Помощь может быть разной. Председатель Совета имамов Махачкалы Ислам Хан Магомедов оказал содействие в выравнивании дороги на одной из улиц садоводческого товарищества «Прибор». Жители неоднократно обращались к религиозному деятелю с проблемой на разбитую улицу. Хан Магомедов со своими помощниками не остался в стороне. Они организовали грузовой КАМАЗ щебнем. Бочи выровняли дорогу и привели ее в надлежащее состояние. Председатель Совета имамов заверил, что они и дальше будут принимать активное участие в решении подобных проблем. Жители данного района неоднократно обращались к нам оказать помощь, а именно немного помочь с засыпкой дорог, так как сейчас осеннее время, как вы видите, образуются огромные лужи, которые доставляют дискомфорт проходящим. Дорога делала хорошая, еще делают. Родишь, хвори, хвори, да, табле, дыря, 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 дыря.